spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. При ловле форели используются различные виды приманок. И сегодня в нашем обзоре представлена одна из них, которая выпускается японской компанией Мегабас. Перед нами воблеры из линейки Great Cutting, а точнее модель VIP-38. Давайте поближе рассмотрим. GH-VIP-38. Как понятно из названия, эта объемная приманка относится к классу Vibration. Тело приманки со сложной геометрией. Оно имеет широкую среднюю часть и более тонкий хвост. С боков значительно сплюснутая. Более того, от тонкой спинки корпус расширяется в сторону брюшка. Такое строение обеспечивает высокочастотную вибрацию во время проводки. На голове мы видим небольшую плоскость, которая также влияет на игру воблера. Рядом предусмотрена крепежная петелька с заводным кольцом, за которое цепляются поводок, карабин или напрямую привязывается леска. Разумеется, при использовании фурнитуры необходимо выбирать максимально мелкую и легкую. Длина составляет 38 мм, вес равен всего 3,7 грамма. То есть это самый настоящий ультралайт. Как и большинство вибов, эта модель тонущая. За счет отрицательной степени плавучести она способна стабильно работать даже при наличии значительного течения. Раскрашивается серия в большое количество всевозможных расцветок. Всего около десятка вариантов. Здесь есть как натуральные, изображающие реальные пищевые объекты, так и фантазийные, вызывающие агрессию хищника. Имеются светлые, темные, кислотники и имитация молоди лосося. В качестве оснащения используется пара небольших, но очень острых тройников. Один расположен ближе к голове, а второй в самом хвосте. При желании их можно снять и установить двойники, направленные жалами вверх. В таком случае приманка будет меньше подвержена зацепам за донный мусор. В пластиковом корпусе предусмотрена система отгрузки и балансировки. Она состоит из нескольких металлических шариков, расположенных возле переднего крючка. За счет их небольшой подвижности создается тихий шумовой эффект во время проводки. Анимировать GH-VIP-38 можно разными способами. Как вариант, простая равномерка или stop-and-go для облавливания средних слоев водоема. Также подойдет и проводка, схожая с джиговой, с опусканием воблера до дна. Кроме основного предназначения ловли форели, на эту приманку можно поймать окуня, а также головля, язя или жереха. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.